Здравствуйте, я Василиса Бескурова, город Москва, школа 1554, 1 А. Стихотворение Дмитрия Рыбакова. Спасибо всем. На конкурс дети читают стихи. Спасибо всем, кто жизнь отдал за Русь родную, за свободу, кто страх забыл и воевал, служа любимому народу. Спасибо вам, ваш подвиг вечен, пока жива моя страна. Вы в душах наших, в нашем сердце, героев не забудем никогда.